Решила я покушать в фудмаркете. Это ресторан уличной еды. Вот это кто любителям всяких разных вкусных быстрых углеводов. А это если вы скажете, что не моя съемка, то это я была. О! Вот тут я, кстати, никогда не ела. Сейчас я подумаю, что я буду есть. Я их пропустим, чтобы не снимать. А я на самом деле хочу очень супа. О, шалом. Мне надо пошаломиться с креветкой. И что я... Фалафель с овощами. Короче, пойдемте посмотрим, что там на втором этаже. Вроде еще не китайский ресторан, не китайская. Веганская еда. Вьетнамская. Барбара. Так, это мы не пьем. Лапша с креветками и овощами. Пекинская какая-то еда. Вот я не знаю, хочу я пекинскую еду или нет. Идемте на второй этаж. Кстати, дракон охрененный. Это называется ресторан уличной типа еды, но я не знаю, почему уличной еды, но как-то так. Мы обычно кушаем здесь. Тут рыбное меню, наверное, сейчас тут его и почаркаю. Что тут есть? О, бычки. Мясо. В общем, я решила покушать здесь, как в шаломе еврейскую кухню. Вот, так что жду. Кушать хочу, не могу. Заказала себе суп пенициллин. Очень понравилось название. Пенициллин. Пилафу классическую. Так что приятного мне аппетита. Ой, вот мой супчик, который пенициллин. И какая-то штучка-дрючка. Очень вкусно выглядит. Типа шаурмы. В общем, приятного мне аппетита. Да, супчик с кинзой. Все так, как я люблю. Я ж не ем ее, но буду любить.